Пал otro lado. Нет, стоп, стоп, нет, стоп, 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 стоп. Вылезайте. Простите, как-то... Как вы дожили до этих лет, не умея парковать прицеп? Да, здорово. Está? С первого раза. Está. Perfecto. Perfecto. Спасибо, сэр, огромное. Тех, кто не в состоянии парковаться без радара, за руль пускать нельзя. С радаром или без радара. Это точно. Без тебя все в разнос. Куда его? Нет, но не к нам, Токсо. Ото. О, Кото. Ой-ой-ой-ой. О, вот пальтишко. Можно, да? Нет, 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 вот нет, нет, нет. Пальто не трогать, пусть висит. А можно плед, одеяло? Для кота? Ничего, я согрею. Что ты делаешь? О, боже. Согреваю своим теплом. Я большой, горячий. А вот что, надо включить плиту. Не хватало еще кота в моей духовке. Да нет, я просто хочу прогреть дом. А, какая у вас низкая кухня. Где покупали? Сам сделал. Для Сони, моей жены. А, значит, рост как мой. Соня скончалась. Как она готовила, да, это что-то. Я вечно здесь столовался. Слишком уж тихо. Яси, погоди. Эй, ола-ола. Ола, мама. Привет. А, это мы. А это вы? Она тут и заснула. Полгода, как ее не стало. Рак. Я хотел уйти следом. Потому и отключил телефон. А теперь думаю, она была бы против этого. И дел... Пока что полно. Да, приятно это чувство. Победа. Соседское сообщество «Анахронизм». Давайте выясним, расспросив Аниту и Джимми. Они знают. Джимми, вы говорили, Анита и Рубин вам стали семьей. Что это значит? Поподробнее. Да, я почти каждый вечер ужинаю у них дома. Радуюсь.